И всем привет! В этом видео я вам расскажу, где найти все записки на Утопии. Сразу скажу, этих записок всего три. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что три, потому что больше я не находил. И я смотрел всякие там гайды, больше их не было. Я открыл запись своего прохождения, и я вам сейчас так покажу эти записки. Смотрите, записок всего три, и причем две из них подбираются в одном месте, одним кликом, даже так сказать. Значит, эти первые две записки находятся у домика Дета, то есть вот он этот домик, вот эти две записки сразу лежат, можно так сказать. То есть, смотрите, я такой подошел, такой, да, отошел, посмотрел, мы об этом разговариваем, ну понятно. Вот, значит, я подбираю одну эту записку, а потом мы идем, вот это он все говорит, смотрим, а у нас в журнале уже подобраны две. То есть, то, что он там говорит, и его карта, по которой там надо кое-что найти. Все, это первые две записки. Последняя, третья записка, находится около тюрьмы. Вот. Вот она, тюрьма, и вот она лежит записка и ключ. Все, больше записок на Утопии нет. Только вот эти три. Я надеюсь, что их больше нет, потому что достижения за это нет. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.